ты щенок, он еще отца учить будет. Да я тебе уши надеру, ты не мой отец. Ты, это я в будущем, мы же договаривались. А папка мой, вот, попробуй его побей. Да вы не стесняйтесь, молодой человек. Меня все время бьют. Уже самому нравится. Хотите завести детей? Привыкайте получать по морде. Хотите написать книгу? Готовьтесь к тому, что ее обругают. Хотите снять фильм? Не удивляйтесь, когда вас начнут в хвост и в гриву. Мягко говоря, пародировать. Чё-то я ничего не понял. Но обиделся. Я понимаю. Давай. Вот, резче. Еще раз. Не горбись. Двигай корпусом. На выдохе работай активнее. Уходи на апперкот. Наседай плотнее. Раз. Наращивай темп. Еще быстрее. Еще. Так появилось у темного мага Вазелина пухлое добродушное лицо, узкие глазки, уши как блины и приплюснутый нос. А светлый маг Городецкий научился смотреть на мир с широко раскрытым ртом. Помоги передвинуть! Вот, берите, что нужно. Они будут здесь минуту на минуту. Для покойника ты хорошо подготовлен. То, что я признаю неизбежность своей участи, еще не значит, что я тороплюсь ее встретить. Ну ладно, как скажешь. Нужно тебя заткнуть! Что ты не договариваешь? Я же рассказал про номер 6! Шевелитесь! Вьетнам, Лаос, Камбоджа! Он засел на Урале!
Спасибо, Драгович! Я сам за собой умер. Кларк мертв. Конец связи. Давай, Хадсон. Тут можно спуститься.